Очень вкусный, нежный и ароматный яблочный пирог никого не оставит равнодушным. Он понравится всем без исключения, и взрослым, и детям. Этот рецепт для ценителей выпечки из творога и яблок. Пирог готовится очень просто, а получается очень вкусно. В качестве начинки вместо яблок можно использовать груши или сливы. Можно для аромата добавить корицу. Тесто очень удобно в использовании, поэтому можно сделать выпечку в виде пирожков. Творог разотрите с сахаром, добавьте мягкое масло и яйцо. Добавьте соду и муку. Замесите тесто, чтобы оно перестало прилипать к рукам. Дайте тесту немного полежать на столе отдохнуть. Затем тесто раскатайте. Разрежьте по бокам. В центр выложите нарезанные яблоки. Посыпьте немного сахаром. Затем поочередно закрывайте яблоки полосками теста. Закрытую косичку выложите на противень для выпечки. Можно верх смазать желтком или молоком. Выпекайте в духовке при 180 градусах 40-50 минут. Готовый пирог немного остудите и угощайтесь. Приятного чаепития!